Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром вновь с вами в прямом эфире. Вы можете к нам позвонить по телефону 8495 959 -59 39 и задать ваши вопросы. У микрофона протерей Дмитрий Смирнов. Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Я начну с вопросом, который лежал у нас на столе для затравки. Потому что этот вопрос очень актуален. Мы его касались на епархиальном собрании. И святейший патриарх Кирилл <как> дал на него исчерпывающий ответ. <как> Но по понятной причине миряне э, не присутствовали в массе своей на этом собрании. Э, поэтому я Решил этот вопрос прочитать. Мою маму звали Лилия. После смерти батюшка отказался отпевать, так как в православии нет такого имени. Очень э, обычная история. Православие здесь вообще ни при чем. Если батюшка сказал, что в православии нет такого имени то он глубоко заблуждается. Есть русский обычай. Очень хороший, и мы его очень храним. Вот, в частности, жена моего дяди, ее тоже звали Лилия. Вот. Но когда у нас обычно крестят людей, которые носят имена, которых нет в святцах, им в крещении дают имя созвучное. Рустам, Рустик, Лилия, Лия и так далее, и так далее. Вот. И никаких не возникает вопросов у всяких таких <coughs>, бедных, необразованных батюшек. Но бывают э, очень православные люди в очень православных храмах, очень православных стран. Ну, вот, в Сербии мы можем например, встретить имя Драгомир или имя Тара. А что такое Тара? Тара такая река в Черногории, которая по такому глубокому каньону течет. И называют вполне и страна православная, и люди православные. Просто сербы они не называют, как правило, Людей в честь святых. А совершенно различные имена остаются православными. Вот. Чем наш обычай хорош? И это святейший Патриарх подчеркнул, что человек, который носит имя, вот передо мной иконочка преподобного Сергия, Сергия, то он имеет небесного покровителя, преподобность Сергии. У нас есть такое понятие, как именины. Вот. Но если мы обратимся э, к именам грузинским, допустим, там масса есть имен, которые никак не сочетаются с именами святых. И а, из-за этого отказывать в отпевании ни один священник вообще права не имеет. Потом, <coughs> отец и мать могут назвать э, вообще любым именем, каким только пожелают. Если этого имени нет в наших святцах, то, к сожалению, у этого человека не будет имени. Вот. Ну а потом, э, всякое имя. Можно вообще менять 365 раз в году. Для этого спитая, из Великого Требника читается молитва, и потом человек причащается с новым именем. Вообще никаких проблем. То есть это не является причиной для отказа от пивания. Поэтому в таких случаях, когда священник отказывается отпевать православного человека, для этого сообщается благочинному, он епископу, и это быстро устраняется, потому что не все бачки грамотны. А наши епископы, они все с высшим образованием, и даже многие кончили аспирантуру. Собственно, для этого и существует епископ. Поэтому, как говорят у нас в армии, не можешь? Не знаешь? Научим? Не хочешь? Заставим. И это будет правильно. — И просто немножко в продолжение, что сейчас все-таки будет выпущен расширенный месяц слов с именами такими у нас употребимыми, которые восходят к древним святым, еще неразделенной разделенной церкви, и, может быть, к поместным церквам. — Ну да, там расширится. Но все равно мы там не найдем имя Тара, или Драгон. Что значит, ну просто дорогой. Но это очень распространенное имя в Сербии. Или Милош. Там совершенно... Или Весна, или Снежана. Вполне славянское имя, но нет такой святой с именем Снежана. Ну, можно, э, так сказать, при крещении дать ей имя Светлана. И она, снег, то он светлый такой, бывает. Ну, не в городах, конечно. Вот. И у нее будет два имени. В общем, вопрос решается. Да, это вопрос. он, Его даже не надо задавать, не то что решать. Это вообще не проблема никакая. Можно назвать и табуреткой. И так крестить, и это будет вполне полномочное крещение. И, и Во так многих далее. монастырях такие записки с такими именами просто не принимают. Но, но это дикость, невежество. Особенно, вот, конечно, обидно, когда ссылаются на, на православие. Причем тут православие? Помимо русского православия есть еще православие греческое, сербское, болгарское, румынское грузинская, американская. Там вполне американские имена. И кто вообще против этого может что-то вообще возразить или когда-нибудь возражал? Только в некоторых наших монастырях, где как бы, темнота, Просвещается. Правда, святийший патриарх об этом беспокоится, что даже в женским монастырям давать элементарное э, православное образование. Ну, хотя бы, чтобы из дикости выйти. Потому что это полная дикость, не соответствующая никакому э, учению. Вот взять хотя бы апостола Петра, вот, когда его Господь нарек, Петрос, Тогда этого ими не было вообще ни в каких святцах. И святцев не было. Да. Также Павел из Савла стал. Ну, вот у нас есть звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Дмитрий звонит с Белоруссии. И вопрос такой. Вот у нас ну, недавно в Минске проходило собрание впервые там, белорусского экзерхата. Ну, там священников много собиралось. И решался вопрос ну, об уровне автономии Белорусской Православной Церкви в пределах Московского Патриархата. Вот. Ну, там итоговый документ как бы вырабатывался. И в завершении общего собрания митрополит ну, прокомментировал пожелание поднять вопрос о самоуправлении Белорусской Православной Церкви пред вот, и он говорил так, что это не только моя озабоченность, но и многих людей, и священников, и мирян, и руководителей государственных структур. Соседи мол, получили самоуправляемость, вот, а, ну, статус, а это по, по типу не попытка узурпировать власть или перехватить ее а, думаю, занять достойное стремление и достойное место у иерархии нашей церкви. Ну, вот такие вот слова. Это на Ютубе есть выложен этот ролик, он так и называется самоуправляемость и новые акценты развития Белорусской Православной Церкви. Такие у меня в связи с этим вопрос следующий. <coughs> вот Белорусская Православная Церковь. Когда она получила вот, ну понятно, что 25 лет Зархату и вообще вот как эта вот самостоятельность получила церковь наша. Алло, алло, алло. Я внимательно вас. Слушайте, да? Да. Она получила самостоятельность. Первое. Может ли патриарх повлиять на то, чтобы не давать эту самостоятельность Белорусской православной церкви чтобы не разыгрался такой же вариант, как на Украине? И еще один у меня вопрос. Дело в том, что митрополит Павел, он же выходит из России. Его поставила Россия нам. Так все-таки патриарх как, поддерживает это или нет? Благодарю вас за... Вот... Я ничего такого подобного не слышал. С документами совершенно не знаком. И, конечно, святейший патриарх имеет полную власть давать автокефалию или не давать. Вот я только знаю, что это всегда как-то во вред церковной жизни. Бывают различные разделения. Потом я Владыку Павлу хорошо знаю. И я вот э, ваш текст прослушал. У меня такое ощущение, что я на Луне оказался. Потому что ну, вообще ну, умнейший человек, трезвейший. И я не думаю, чтобы он начал какие-то самостоятельные какие шаги. Это, ну, не знаю, в мое представление о современном мире это никак не вписывается. Поэтому требует изучения, но это не мне изучать, это вообще вне моей компетенции. Вот. И я только знаю, что при любом таком отделении, вот как в Македонии, да, страдает только народ, а церковь перестает быть легитимной. Приотдели... Вот отделилась Македонская, так называемая, церковь от э, русской православной. Или как украинская, там, автокефальная, или уж это самое. Мишки Денисенко церковь, так называемый украинский патриархат. Не, вообще никто не признает, и, пожалуйста, ты можешь там креститься, мечаться, это вообще все недействительно. То, что у Мишки Денисенко там происходит, в его таборе. Вот, пусть он на себя хоть пять клобуков наденет. Он не то что не патриарх, он вообще не крещенный человек. Его отпевать нельзя, потому что он отлучен от церкви. Его крещение недействительно. Вот. Может, он сам об этом не знает. В силу недостаточного богословского уровня. Вот. Но это так. Поэтому. Ну, это. Тут даже не о чем говорить. Если что-то будут какие-то церковные... Вот у нас скоро собор будет, тогда услышим. Все, никаких церковных документов на эту тему не было. Спасибо, батюшка. Если Бог хочет, чтобы мы были счастливы, то тогда уход от нелюбимого мужа будет первым шагом в сторону счастья. Чувствую, что где-то подвох в этой логике, но разобраться не могу. Вы скажете, что раньше думать надо было, когда замуж шла. Понимаю, но вот неудачный, необдуманный шаг, и я в ситуации. Если себя в жертву приносить, то тогда не быть счастливой. Как тут разобраться? Да, тут разбираться ничего. Что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Даже если это было... Вот, допустим, у человека хроническое безденежье в связи с неспособностью учиться, работать, допустим, поддерживать отношения с сотрудниками и так далее. То есть только поработал два месяца, выгоняют, потому что скверный характер, потом ничего не умеет, нет никакой специальности. А деньги-то нужны на хлеб, на соль. И мечта об автомобиле. И вот единственный путь к счастью — это взять лом и ходить, ну, не на большую дорогу, а на такую среднюю. И отбирать наличность у тех, кто там оказывается. Счастье-то оно счастье, но не любым же путем. А семья, с точки зрения Господа Бога, это вообще святыня. И что Бог сочетал, человек не должен разлучать. А смотреть надо, конечно. Даже если никакого взаимопонимания и любви уже не осталось между <звы> Опять это же зависит от людей, вот растет прекрасное персиковое дерево. Ну, давай перестанем поливать, перестанем опрыскивать, перестанем окучивать, и оно засохнет. Ну, так та же и семья. Семья нуждается в постоянном уходе всех людей, начиная от младенцев и кончая стариками, которые причастны к этому семье, к этой семье, к этому роду, они должны возделывать сад, где растет это дерево. Вась, в продолжении. Пожалуйста. У моей жены частые истерики из-за пустяка начинает рыдать, как будто ее режут, хотя я ее никогда и пальцем не трогал. нить бы даже не предполагал, что такое бывает. Что можно сделать в этой ситуации? Ну, к доктору. Что такого-то? Это все лечится. И, в общем, без всяких усилий. То есть здесь просто на лицо заболевание у человека. Нет. Тут, может быть, это и недостатки воспитания, и самовоспитания, которое можно именовать распущенность. Ну, с детства человек решал такие проблемы с папой, с мамой. Ложусь на пол, дрыгаю ногами и ору благим матом. Это по схеме, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И это переходит, так сказать, плавно во взрослую жизнь. Вот. Но это лечится. Психотерапевт и психиатр подбираются лекарства и проводится определенный такой тренинг. Это только без если, следа. Если человек это сам признает в себе и хочет лечиться, как можно вылечить человека, нежелающего? Ну, Ведь... ни никак. Это только если желает. Он ей скажет, знаешь, дорогая, мне кажется, тебе надо к психиатру. Падает и начинает истерить. Нет, но... Вот есть проблема, да? Есть задача. Я, что ли, буду решать? Обращается к вашему опыту. Мой опыт говорит, что есть вот такой путь. И мой опыт говорит, что он единственный. Ну, еще бывают чудеса Божьи. Это тоже бывает. Это я тоже верю, много раз видел. Человек сегодня один, потом чудо, и он завтра совсем другой. Ну вот об этом чуде и мечтают. Ну, тогда уж надо молиться, чудеса-то Бог творит, и надо о нем просить. Но, так сказать, поход к врачу и исцеление с помощью врача, это совсем не противоречит чуду. Пашка, а вообще молиться Богу о чуде, это вообще нормально? Ну, можно не называть чудо, но вообще все чудо. Вот я смотрю на наши часы, ну, вот эти жидкие кристаллы, но ну, для меня это полное чудо. Я не знаю природу, как устроены часы из жидких кристаллов. Но то, что вот так вот отмеряют часы, я воспринимаю как чудо. Ну а для тебя, который был физиком когда-то, я думаю, это не чудо. Ну так и что, это вопрос термина. Во время поста стараюсь ограничивать себя в количестве съеденного. Внутри нарастает раздражительность. Ограничивая себя в количестве сна, страдает мое отношение к богослужению. Вся служба проходит в борьбе со сном. Есть ли какие-то методики, чтобы и пост был постом? и физическое состояние способствовало исполнению заповедей и любви к Богу и ближнему. Ну как поститься, не раздражаясь, короче. Ну опять. Ну как один э, говорит мой знакомый врач, счастье это правильно э, подобранные эти самые барбитураты, да, транквилизаторы. Так же и здесь, ну. Вопрос, он как бы... И желание ответа совершенно не религиозное. Религиозный подход, когда человек... Э, какие методики? Методики только две. Собственная воля и молитва. Что как бы в религиозной области. Все остальное химия и жизнь. Медицина. То есть для выхода из этой ситуации стоит обратиться к медицине? Ну, а почему нет? Человек явно не настроен ни свою волю как-то употреблять, ни просить у Бога в молитве. Тогда будет ли его воздержание постом? Нет, конечно. Потому что он путает цель и средства. Там что-то не съесть, где-то там не поспать. И он думает, это вот угодно Богу. А угодно Богу усилия человека ради воздержания. Вот только вот в этой части. А это очень многие так. Они думают, что что-то не съесть это пост. А что-то съесть, что можно, это там взять в субботу и выпить там 4 литра оливкового масла. Вообще, а, постное нормально. И две буханки хлеба. Охолобучил, и лежишь, и или дышишь. Это, говорит, пост. Как возложить все свои печали надежды и горести на Бога? И что человек должен чувствовать, когда он это сделал? Покой. А как? Да очень просто. Возьми, да возложи. Берешь печали и возлагаешь их на Бога и пребываешь в спокойном, умиротворенном состоянии. Да. Это если у тебя вера такова, что ты не сомневаешься. А без веры вообще невозможно Богу угодить никак. Невозможно. Веры нет, вообще ничего невозможно. В религиозном плане. Но вера, она же возрастает потихонечку. Ну пусть все возрастают. А вот такое возложение на Бога своих печалей, оно вот требует уже крепкой веры. Ну, люди спрашивают, ну как? Или там, как молиться? Ну как? Вот и все. Больше, больше вообще ничего не надо. Все хотят какую-то технику. Все что-то какую-то механику. Молитва для этого, молитва для этого, молитва для того. Никак вот народ не может съехать с этой магией. Но ищут, ищут пути. Ну, ну представь себе. Вот, сидят в песочнице два человека. По три года каждому. Мальчик и девочка. И вот он достает книжечку, ищет страницку восемнадцатую и начинает к ней обращаться. Словами какого-то автора. Она достает другую книгу и ему отвечает, ищет на странице 26. Что-то такое. знаешь три года, а так хорошо уже читают. И вот она ему, путая, конечно, буквы, отвечает. Это что, диалог? Так вообще разумные дети делают? Да нет, они просто разговаривают и общаются. А взрослому человеку нужно там, чтобы все правильно и, и чтобы было все как. Как Господи, вот и Господь рядом, что еще надо? Пашечка, ну от чего тогда возникает эта жажда вот этого правила, вот этих вот методик? А как раз нежелание религиозного труда. Потому что никто не хочет проливать кровь на молитве. Что лучше, молиться или что-нибудь прочесть? Телефон прямого эфира. 959-5939. Это же проще прочесть, чем э, его запомнить. Так вот и, и человек. Все время стремится как проще. А как вот... Как не раздражаться? Ну как не раздражаться и все? Что значит как? А как подняться на пятый этаж, если лифт не работает? Ну как? Держишься правой рукой за перильца и идешь. А между вторым и третьим еще отдыхаешь. Ну как? Идешь или ночуй в подъезде. Ну как? Как подняться? А у меня одышка. Ну хорошо, три ступеньки пройди, отдышись. Ну что за глупости? Как он человек думает, что у него в организме есть какие-то кнопочки и прямо раз он, так сказать, поднимется плавно, как на лифте. Нет. Большинство людей хотят некий ответ от Бога на их усилия и не находя этого ответа в себе, начинают сомневаться в правильности своего пути. Ну, сомневаться, потому что веры нет. Вот простил, не простил, угодно, не угодно, можно, нельзя. Ну, вот да, потому что веры нету и нету близости к Богу. Все хотят гарантии. Гарантии хотят. Хотят гарантии. А что че человек хочет гарантии? Почему ему не хватает Евангелия? Почему ему не хватает слова там духовника? Он хочет гарантии. А почему он хочет? Род лукавый и прелюбодейный знамени ищет, но не даст своему знамени. То есть сам пророк Божий Моисей придет или апостол Павел? Он будет сомневаться, Павел ли это? Не всем было дано увидеть в Иисусе Христе Мессию. Нет, ну что значит дано? Это же зависит от внутреннего устроения, лукавый и не увидел. А простые сердцем сразу увидел. Лукавые не увидели, не могли увидеть. И это все Ну, потом. четверодневного Лазаря воскрешает. Ну, что тут видеть? Ну, пойди в морг, воскреси покойничка. Спроси, который четыре дня тут лежит в холоде. Ну, давай, воскреси. Не можешь, не можешь. А Христос воскресил. Что еще надо? Вот оно, доказательство. Я уж не говорю, когда он возносился на небо. В точку превратился. И... Ну, что, это видел, это видел. Многие там написано усомнились. Ну вот. Почему? Лукавые. Им все нужно. Доказательства. Ведь почему человеку нужно доказательства? Потому что у него нет веры. А любовь, она всему верит. То есть, когда человек вопрошает, ну, например, по поводу того же поста, то есть это тоже свидетельство отсутствия веры или... Ну, да, около, около раз он вопрошает э, значит, он ничего в этом не понимает. Это называется младенчество во Христе. Он как ребенок. Вот ребенок четырех лет, говорит, ему надо, вот, говорит, среда и пятница, хотя обычно дети не различают среду и пятницу, но ну, там, говорит, вот мороженое не едим. Там. Вот. Ну, вот как бы запоминает как некую форму. Может быть, до старости запомнится. И вот и бабушка говорила, что вот мороженое нельзя. Да не нельзя, можно. Только мы отказываемся от мороженого ради поста. Ради Господа, который за нас отказался да. от жизни. Да, да, именно. Но это религиозный подход. Но многие вот на этом детском подходе застаревают. То, что ребенку там пяти лет объяснить, что значит отказался от жизни, это непонятно. Почему у людей такая разная смерть? Кто-то умирает в страшной агонии, страхе, муках, а кто-то спокойно покидает мир умиротворенно. Почему так происходит? Антоний себе внимай и не испытывай судеб Божий. Когда Антоний Великий, основатель монашества, задал такой вопрос Господу Богу, Господь ему так ответил. Это судьбы Божьи. Да. Как Святой Дух наставляет человека? Ненасильно. Если какое-то смущение входит в душу, оно может быть от Бога? Нет, только от дел. От Бога только мир. Даже когда Господь останавливает человека в злом помысле, ведь иногда возникает такое вот желание возникло, и в то же время противление его. Благодаря такой субстанции в нас, как совесть, как совесть мы всегда знаем, что мы делаем добро или зло. Даже дети. Ну, просто дети, ну, у них такие проявления чувств очень сильные, поэтому как бы себя не помнят и может там что-то кричать и в некоторое в безумие впадать. Паш, есть такое понятие — очистить совесть. Вот каким образом ее можно очистить? Покаянием. Только больше ничем. То есть признанием своей неправоты и изменением. Признания своих. недостаточно. Надо именно произвести изменения. Сначала в поступках, потом в словах, потом в мыслях, потом в чувствах. Каждое изменение происходит посредством благодати Божьей. То есть именно такой, такая последовательность идет. Нет, почему? Одно на другое может набегать. Люди чаще всего начинают с поступков. Ну, начинают от чего-то воздерживаться. Ну да, очень правильно. А в мыслях все продолжает Конечно, оставаться ну, прежним. Да, потому что э, идеал действует на человека через мысли и через чувства. Поэтому э, поступки они могут руководиться волей человека. Поэтому он может с помощью разума, воли препятствовать своим мыслям и чувствам. Вот, как эта женщина говорит, вот ее сейчас чувство говорит, что вот счастье, оно лежит в уничтожении собственной семьи. Как вот те люди, которые против нас э, в глобальном масштабе затевают всякие репрессии, они думают, что вот тем, что там эти санкции вводят, они нас... Заставят. Потому что они ну, ну, на себя мерят. Если бы их так вот прижали экономически, я, конечно, там сразу началась революция. Они думают, что и у нас так же. А у нас наоборот. Мы только крепчаем, съеживаемся и терпим. Не, ну русского человека не понять Запада. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, Отец Дмитрий, благословите рабу Божию Ксению. Пусть Господь благословит рабу Божию Ксению. Спасибо, Господи. Я хотела вам задать вопрос, почему на всеночном день Евангелие читает э, священник, а на божественной литургии диакона, с чем это связано, почему не наоборот? Там, где нет диакона, всегда читает священник. И, ну, это связано чисто исторически. Так сложился наш чин. Конечно, когда он складывался, этому были какие-то ну, такие потребности. Вот. Ну, например, первое, что приходит в голову вполне может быть, что на всеночной меньше народу, допустим, чем на литургии. И там нужен э, человек с сильным голосом. И поэтому вот, диакон он читает на авоне, или когда архиерейская служба вообще в центре храма, под куполом, чтобы со всех сторон было слышно. Например, может быть такое. Я не знаю, это надо спросить у литургистов. Не, ты не знаешь эти церкви? Ну, я думаю, именно в силу того, что батюшки, может быть старенький и не, не, не с не сильным голосом. А у дьякона всегда помощнее. Ну да, и потом на всеночной читается все-таки узкий круг Евангелий. Либо один из воскресных, либо ну, вот, преподобные, или богородичные Евангелия, либо святительские. Их, в общем, народ все знает наизусть. Вот. А Евангелие Литургия, оно ну, каждый раз... Новое по кругам. Вот, поэтому э, требуется, ну, как-то усиление некоторое. Может ли человек инстинктивно достичь царствия небесного? Да, может. Но это все-таки редко. Если, ну, обычно это такой человек чистый сердцем все. Такой в простоте своей. Может. Да, да. Вот о таком человеке э, свидетельствует э, митрополит э, Московский Иннокентий Попов Вениаминов, который встретил такого человека в Сибири. Который был не крещенным. Предцель какой-то северной народности, я уже даже не помню. И он э, говорит, что он когда проповедовал там среди этих людей, э, северян, он этот человек кивал головой, говорит, правильно ты говоришь. Он говорит, откуда ты знаешь? А вот ко мне, говорит, приходят двое, и они меня обучают тому, что ты говоришь. Он говорит, а можно мне с ними пообщаться? А он говорит, ну я у них спрошу, ушел там в, в, тайгу или в тундру, я сейчас не помню. Возвращается, говорит, нет, тебе не надо. Но сказали, что ты все правильно говоришь. Так что вот такой случай. То есть два ангела, но нет никого, кто бы проповедовал ему, а человек стремляется. И Господь пошлет двух ангелов, и, так сказать, они его просветят непосредственно, прямо от самого Бога. Лишь бы человек стремился. А то, что люди часто говорят, у меня Бог со мной, Он меня научает, Он меня просвещает, я... То пусть говорят. То есть это не тот случай? Как правило, нет, конечно. То есть некая сущность человека выдает себя за Бога? Да нет, вот тут много всякого. Может быть, и самомнение, и обольщение вплоть до тупости. А человеку очень хочется быть великим, вот это вообще такое ну, стремление. Это... хотя бы грешником. Я великая грешница, все понятно. Ученики. Не чтобы сказать, я последний грешник. Нет, я великий. Ну да, вот это, может быть, хочется подчеркнуть какой-то. Greatest, прям самый великий. Ученики, идущие в МАУС, не узнали Христа. А почему? Потому что он был в преображенном теле. То есть это было уже не то обличие, к которому они привыкли. Да, что-то в нем изменялось. Ну вот, люди, когда во сне видят усопших, они говорят, вот как-то так я узнаю, понимаю, что это он. Ну, вот как-то это совсем не то, что отчетливо, прям. Профиль, там, разворот плеч, глаза. Скорее чувствование. Этого да, человека. это да, вот как-то так. Таинственно, таинственно. Как избавиться от трусости и слабонервности? Ну, нужно, вот, например, по Святогорец, он э, боялся ходить через кладбище. И будучи мальчиком, вот, он считай, не был ни поисим, ни святогорцем, он трижды на нем заночевал. <свят> <свят> и один разок прям в могиле. Недокопанный, по-моему. Который только приготовляли для усопшего. И уже говорит, на, третье, на третью ночь вообще страха, не, страха было. не было. И потом спокойно ходил. То есть вот, вот это религиозный поступок человеку переступить через черту. Он преодолел Сам, добровольно, не под воздействием каких-то насмешек, требований. Сам. Я хочу осветить свою новую квартиру. Муж задал мне вопрос: а для чего это нужно? И не будет ли это тем самым магическим ритуалом, о котором вы, батюшка, часто говорите? А это зависит от того, кто его совершает. Из какой цели? Да, мотивация. Может быть и будет, я не знаю, надо э, побеседовать с этими людьми, задать им там 5-6 вопросов, и тогда все будет станет ясно. Зачем? Ну да. У нашей прихожанки трое детей обнаружили рак молочной железы третьей степени. Обследовали, оказалось, еще беременность. 6-7 недель. Врачи настаивают... Сделать аборт, начать химиотерапию, чтобы спасти ей жизнь. Она отказывается лечиться, в том числе избавляться от четвертого ребенка. Но ведь ей надо вырастить еще троих детей, младшей всего два. Время не терпит, срочно нужно принимать решение. Посоветуйте, батюшка. Да, как нечего делать, рожать ребенка и всех отдать мне. Все вырастим, воспитаем без всяких вообще разговоров и Потому похороним как родную на церковный счет. Да, люди пекутся о ее здоровье, заботятся о ее рожденных детях. А очень возможно, что рак даст обратный ход. Беременность это, ну, мощнейшая вещь, ну просто целительная. Го вот Господь как раз испытывает веру. То есть здесь со стороны вот ее подруг стоит оставить ее при ее решении, не ну, настаивать. Хорошие никаких. подруги, где таких взяла, может только позавидовать. Чем отличается беснование от психического заболевания и как их различить? При психическом заболевании человек может спокойно пить святую воду. А при бесновании обычная реакция такая. Именно на святую воду? Ну, вообще на, на всякую святыню. Настоящий бесноватый. Он будет орать на ефористическом каноне. А искусственно на херувимской. Тоже такой же тест. Пачка, ну а вот когда человек действительно бесноватый, насколько Важно его приводить к церковным таинствам, и вообще возможно ли это. Но вообще в древности бесноватых не причищали. То есть такой человек лишен причастия, получается. Ну да, когда у него ремиссия наступает, вот бес его отпускает на какое-то время, тогда он становится по всем на... видам нормальным. Но если он там вот орет, вырывается, чтобы связывать, там в... в зубы вставлять, лжицу, ну это. Против естественно. А что нужно тогда делать с ним? Там, может быть, святой всегда, водой его. Господи, помилуй. Святая вода тоже она не действует насильно. Вот я тут освещал одну контору государственную, вот и значит такая контора, где туда люди приходят, ну просят и часто долго и безнадежно, поэтому у них у всех такое трудное настроение. И когда я уже спустился с, там, с третьего этажа на первый, и там вот стояли как раз эти люди, они меня увидели и как-то замерли. Но так оказалось, что они построились прям в ряд. Я говорю, как в удобно, давайте я покороплю. Я их покоропил, и они прям все просветлели. И тут солнце. Тучи раздвинулись, солнце показало И как у всех такая прям на душе радость. Вот они такие были довольны. Потом, Надежда какая-то. А когда, да, когда я уже уходил, я им даже пожелал, дай бог, вот, чтобы осуществилось то, что вы хотите здесь получить. Вот. Но они вообще были очень довольны уж. Вот как-то так вот, без всяких... То есть ну, это было их согласие. Испел, их немного было, человек там, может, дюжина. Если бы увидел какое-то нежелание то я бы не стал, понятное дело. Но вот часто детей таких вот капризных, истеричных, пытаются там святой водой напоить, просфору дать. Это все не, не, не ничего не даст. А то, что иногда ну, с неверующим людям, но ну, крещенным, тайком эту святую Ну, воду... это магия натуральная. Только поверь. Попей водички, легче станет. Да. И вот, вот. Нет, от водички всегда полегче. Мы на 75% из воды стоим. Вообще это... вода это... Сама вода это чудо из чудес. Поэтому попьешь водички всегда легче стоит. Ну, бочка. Будем заканчивать? Благодарю вас за ответы, да. Пожалуйста, отец Александр. Всем доброго, до свидания, до следующих встреч, если будем живы-здоровы. Всего доброго.